Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я буду делать вот такого вот защитника Отечества. Ну что, поехали! Итак, друзья, в первую очередь я беру шарики 10-дюймовые черного цвета, которые буду надувать и калибровать впоследствии на 7 дюймов. Для этого нам понадобится калибратор. Шарика и еще два. Далее формируем пластик. Теперь я беру 5-дюймовые черные шарики. Буду их надувать и калибровать на 4,5 дюйма. Также формирую пластик. К большому кластеру, к первому, привязываем грузик. Я налью туда водички, шарик 5-дюймовый. Вот грузик. И привязываю кластер поменьше. Просто беру хвостики нижних шариков и привязываю. Теперь будем надувать большой 18-дюймовый шарик, он будет служить туловищем. Но перед тем, как его надуть, я беру кусочек ШДМ, делаю узелочек. Вот такой вот узелочек. Кончики обрезаю. И этот узелок вставляю вовнутрь. Дальше вот таким образом в центре его ловим. И ШДМ просто обматываем. Под этим узелком затягиваем вот таким образом. То есть, получилась вот сама эта бусинка, и под ней я завязал ШДМ. Вот. Благодаря вот этим хвостикам мы привяжем голову к туловищу. Итак, продолжаем. Надуваем шарик. Надуваем шарик до его размера. Завязываем его. И привязываем центр. Таким образом. Итак, дальше я беру 5-дюймовые шарики белого цвета, надуваю их и буду калибровать на 3,5 дюйма. Формируем кластер и дальше привязываем его в центр с помощью вот этих хвостиков.
Итак, дальше берем шлем 360 размера. Надуваем его практически до конца. Дальше делаем пузырек, делаем пинч-твист, делаем второй пузырь и второй пинч-твист. Дальше отмеряем пузырь длинный на 15 пальцев. 5, 10. 15. Делаем скрутку. Вот это получилась одна рука. Все то же самое повторяем вот с этим кусочком. То есть делаем пузырь, делаем один пинч-твист, второй пузырь, второй пинч-твист. И дальше на 15 пальцев. 5, 10, 15. Вот у нас получилось. Вот таким образом изгибаем. Одну руку и вторую. Все. И дальше привязываем вот к этому пластеру. Нашего солдатика будущего появились ручки. Итак, друзья, дальше мы берем ШДН телесного цвета 260 размера, надуваем, отмеряем пузырь на 4 пальца, делаем скрутку, отмеряем второй пузырь на 4 пальца. Хвостик привязываем к скрутке. И отмеряем еще один пузырь на 3 пальца. Вот таким образом. Этот остаток, этот шлем еще вставляем, он нам пригодится. И теперь вот, благодаря этому хвостику, мы привязываем торец сюда, в центр. Вот получилась вот такая ладошка. Да, и повторяем. Также на 4 пальца один пузырь. Второй. И также привязываем.
получилось такие две подушки. Так, друзья, дальше берем металлик золотого цвета, 260 ШДМ, надуваем. Дальше делаем круглый пузырь, делаем пинч-твист, отмеряем пузырь на 4 пальца, делаем круглый пузырь, делаем пинч-твист, далее отмеряем пузырь еще один на 4 пальца. Делаем скруточку и скрутку перекручиваем вот так с пинч-твистом. И делаем еще один пузырь, делаем скрутку кораблях. Теперь мы берем 160 ШДМ черный. Надуваем его практически до конца. Привязываем один конец вот за пинч-твист. Вот таким образом. И дальше прилаживаем. И вот с этой стороны, вторым кончиком ШДМ, просто привязываем. Дальше я беру второй ШДМ 160, надуваю вот так же до конца, также привязываю вот к этому пинчу и таким же образом оборачиваю. Вокруг тела. Ну, в итоге получился вот такой широкий ремень. Итак, друзья, давайте теперь сделаем голову нашему солдатику. Для головы я буду использовать вот такой 16-дюймовый шар телесного цвета. Но перед тем, как его надуть, сделаем вот такую вот горошинку из шарика. Таким образом. Просто берем ШДМ, вот такой узелочек делаем, кончики обрезаем. И закидываем вовнутрь шара одну. И таким же образом делаем вторую. Вот таким образом. Обрезаем. Закидываем. И дальше надуваем шар. Калибруем
калибруем его на 9 дюймов. И завязываем. Теперь я беру телесного цвета 260 ШДМ, надуваю. Так, примерно на 5 пальцев делаю длинный пузырь. Делаю петельку. Далее делаю круглый пузырь. Делаю пинч-лист, делаю второй пузырь, делаю второй пинч-лист. Вот это будет одно ухо. Дальше делаем пузырь опять. Вот, думаю, вам и так все понятно. Получилось вот таких два уха. Так, ну давайте еще сделаем нос. То есть берем. Да. Меряем буквально на 3 пальца. Длинный пузырек. Далее вот таким образом соединяем. Слегка формируем. Вот такой будет носик. Итак, друзья, после того, как мы сделали два уха, сделали нос, я буду делать пилотку. Для пилотки я взял 260 ШДМ зеленого цвета. Начинаю делать. ШДМ надуваем не до конца, буквально 3 пальца оставляю кончик. Далее делаю пузырь. Делаю пинч-твист. Далее делаю пузырь длинный на 10 пальцев. Делаю скрутку. Делаю второй пузырь на 10 пальцев. Скруточку вот эту оборачиваю вокруг пинч-твиста. Таким образом. Дальше делаю пузырь на 9 пальцев, тут чуть поменьше, 5, 4, 9 пальцев, вот таким образом выкручиваем скрутки и делаю еще один пузырь, такой же на 9 пальцев. Кусочки убираю, надуваю еще один ШДМ, отмеряю пузырь уже на 8 пальцев, 5. Делаю скрутку. И соединяю вот в этом месте.
такая получается пилотка. Дальше я беру вот этот круглый шар, который буду использовать для головы. Вот. Прилаживаю пилотку в центре. Таким образом. И далее вот эта пилотка у нас будет привязана к голове. Вот в этом месте. Вот. За вот эту скрутку. И вот в этом месте. Соответственно, что мы делаем? Я беру маркер и ставлю вот здесь вот, в этом месте, вот под пинч-твистом, ставлю небольшую точечку в этом месте и с другой стороны вот в этом месте. Вот. То есть я обозначил эти одну и вторую поставил точечки. И теперь вот в этих местах пилотка будет привязываться. Теперь вот те две бусинки, которые мы опускали перед тем, как надуть этот шар, мы стараемся поймать напротив, вот этой точечки. Ловим одну и напротив вот этой вторую. То есть вот таким образом вот стараемся ухватить. Вот я поймал одну. Далее беру ШДМ. Обматываю. Вот она, эта бусинка. В руках. И завязываю узелок. Вот таким образом. И теперь ловлю вторую. Вот этой точки. То есть опускаем шар вот таким образом пальцами. Я ее поймал. И кусочек ШДМ предварительно обмотав. Конечно, можно это было сделать перед тем, как надувать шар, но я сделал так. Вот. Дальше берем пилотку. Вот таким образом прилаживаем. И вот эти хвостики оборачивая за пинчики плотно. Привязываем. Немножко расправляем. И с этой стороны. Вот таким образом. Вот таким образом все сделано. Все, пилотка уже с головы не слетит. Разве что пуля может сбить. Все. Дальше. Вырезаем. Все, пилотка готова. После того, как мы прикрепили пилотку к голове, давайте теперь приклеим уши и носик. Вы часто спрашиваете, каким клеем я пользуюсь. Давайте я вам еще покажу. Вот обычный клей. Вот. Вот. Такой вот обувной клей.
Да, я соглашусь с вами, что, допустим, уши привязаны к голове, это и нос также, это намного практичней. Но в этом случае я просто приклею уши. Я беру клей, наношу его на поверхность. Вот таким образом. Также беру второе ухо, таким же образом наношу клей, слегка размазываю. Два уха готово. Таким же образом беру, наношу на нос. Итак, друзья, после того, как мы наклеили два уха, нос, теперь я буду делать глаза. Для глаз я взял 260 ШДМ белого цвета, надуваю его буквально немножко. Далее отмеряю пузырь длины на 3 пальца. И отмеряем второй такой же пузырь на 3 пальца, делаем скрутку. Потуже завязываем и лишнее сразу обрезаем. Ну, получились такие два глазика. Далее я беру черный маркер и рисую зрачки. Вот таким образом. Дальше опять беру клей. По капельке буквально наношу. Вот таким образом. Приклеиваю. Через глазки. Так, ну теперь остается сделать ротик. Итак, для ротика я взял 260 ШДМ красного цвета. Слегка нагнетаем воздуха. Чтобы он был такой упругий. Вот. И теперь уже на свое усмотрение делаем вот. То есть вот отмеряем нужную нам длину, завязываем узелочек. Вот таким образом лишнее отрезаем.
получится вот такой вот рот. Все, дальше берем клей, наносим вдоль ШД. Таким образом. Слегка размазываем его. Вот. И приклеиваем. Улыбающийся солдатик у нас будет. Итак, друзья, теперь берем готовую уже голову и привязываем ее в центр. Вот таким образом. Так, теперь нам остается сделать пуговички. Ну и я думаю сделать красненькую звездочку. Вот сюда, на пилотку. Для изготовления пуговиц я взял ШДМ 260 металлик золотой. Надуваем. И по принципу тюльпан твист, то есть хвостик, загоняем вовнутрь шара. Перекручиваем. Делаем вот такие вот пуговички. Так, я думаю, штучки две хватит. Одна. И вторая также проталкиваем вовнутрь узелок. Хвостики отрезаем. Вот получилось вот такие две пуговицы. Дальше беру клей. Слегка наносим. И приклеиваем. Получились вот такие две пуговицы. Итак, друзья, из бордового рокала я вырезал вот такую маленькую звездочку. У меня красного просто не оказалось под рукой. Я ее сейчас наклею вот сюда, вот на пинч-твист. Итак, друзья, после того, как мы сделали солдатика, давайте сделаем ему автомат. Для автомата я взял ШДМ коричневый 260 размера, оставил кончики буквально на 4 пальца, не надутые. Так, приступаем. В первую очередь делаем пузырь на 6 пальцев. Делаем скрутку. К скрутке привязываем второй ШДМ. Далее делаем пузырь такого же размера. Теперь будем делать длинные пузыри на 5 пальцев. Сначала делаем круглые пузыри. Далее отмеряем
пузырьной колпачки. Делаем скрутку. И с этой стороны проделаем все то же самое. Дальше опять делаем два пузыря. И теперь уже отмеряем длинный пузырь на 4 пальца. Также делаем два круглых пузыря. И теперь отмеряем пузырь на 3 пальца. Также делаем пузырь на 3 пальца. Вот. И теперь я уже беру шлем 360 размера с ненадутым кончиком, буквально 5 пальцев. И отмеряю пузырек длины на 9 пальцев. 5, 4, 9. Отмеряю второй такой же пузырь. Третий. И просто пузыри перекручиваем. Теперь отмеряем пузырь на 5 пальцев. Один. Дальше второй. И третий. Вот что получилось. Теперь мы лопаем. Смотрите, завязываем вот узелочек вот здесь в центре. И дальше вот эти две части связываем вместе. Вот таким образом. Дальше берем еще один шедевр. И делаем петлю примерно на 5 пальцев. Дальше делаем круглый пузырь. Делаем пинч-твист. Теперь эту петлю вот таким образом оборачиваем шедем, делаем скрутку и эту скрутку оборачиваем вокруг пинч-твиста.
получилось. И дальше вот к этому месту мы привязываем. Вот у нас пинч-твист ложится между вот этими двумя пузырями. Вот таким образом. Дальше этот ШДМ я убираю. Он мне больше не нужен. Дальше я беру ШДМ 260 черный. Делаю круглый пузырек. Делаю пинч-твист, делаю второй пузырь, делаю пинч-твист, делаю третий пузырь и пинч-твист. Далее вот таким образом расправляем пузыри и привязываем центр. Далее отмеряем пузырь на 8 пальцев длинный. Получился такой вот образный автомат. Давайте сделаем такую образную мушку еще. Надуем такой пузырь. Вот сюда его приклеим. Для этого возьмем клея немножко. Слегка нанесем на поверхность. Так вот. Да, друзья, давайте я все-таки подумал, здесь еще немножко сделаю крест такой, прикладу. Просто привязываем кусочек коричневого ШДМ. Вот таким образом. Все, у нас получился вот такой вот автомат. Сейчас остается только отдать солдату в руки, чтобы он стоял на защите нашей Родины. Для этого я взял ШДМ, кусочек 160-го, и привяжу вот к этой руке и вот к этой. Делается все довольно просто. Слегка мы привязываем к одной руке и ко второй.
такой вот получился солдат. Итак, друзья, если вам понравился видеоурок по изготовлению вот этого солдатика, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые. Кнопочка красненькая внизу. Также не забывайте под видео оставлять свои комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ну и в конце хотелось бы поздравить всех мужчин с наступающим Днем Защитника Отечества. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всем, финансового благополучия и всего-всего самого хорошего. Ну все, всем пока-пока.